съемки попыток Янки во время шторма ходить по палубе. Да, не все у нее получается. Нет, получается. Идет на четвереньках, потому что расколбас, будь здоров. Прыжки, которые мы совершаем. Вот видно, как прыгает линия горизонта по сравнению с капитаном. Видно, что происходит. Сегодня, пожалуй, самое большое качение. Волнение примерно оценивается в 4-5 баллов. Ну, в 5 в районе, он сказал, в районе 5. Вот. Но я думаю, что для нас это серьезное испытание. Серьезно. Качает нас, будь здоров.